Всем привет и добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы с вами посмотрим, есть ли в Канкуне шампуни и гели для душа, туши для ресниц и фены Dyson. Итак, готовы? Поехали! В магазинах Мексики большой выбор декоративной косметики и уходовой, шампуней и гели для душа и так далее. И все в большом количестве и объеме. А вот с объемом я не шучу. Мексиканцы ценят свое время и деньги, поэтому чаще всего покупают большие упаковки. Также вы сможете найти товары эко, бритвы и зубные щетки. Очень многие выбирают товары эко. В магазинах Мексики большой выбор шампуней и кондиционеров, как от известных марок, так и до мексиканского производства, но тоже очень хорошие. Также большой выбор всевозможных солнцезащитных кремов и кремов для загара. Не забываем про уходовую косметику. Уходовой косметики тоже очень много. Также известные нам бренды и малоизвестные. Чаще всего это чилийские, либо мексиканские. Я, кстати, тоже была в шоке, когда обнаружила чилийскую косметику. Но она очень классная. Большой выбор мицеллярной воды. Маленькие вот такие упаковочки. Вот такая вот средненькая баночка. Всеми нам известный Гарниер. И вот такая вот большая, это уже латиноамериканское производство. Ну и крема тоже большие объемы. Я очень часто покупаю уходовую косметику, и в последнее время я вот выбираю вот такой вот мексиканский бренд. Мне очень понравился, и я часто акцентирую на нем внимание и покупаю. У меня, конечно, уже начинает заканчиваться, и я, скорее всего, что-то здесь уже себе прикуплю. Конечно, это будет моя любимая косметика, которой я уже пользуюсь очень давно. Ну, а если вы не хотите много тратить денег на депиляцию воском, вы можете приобрести вот такую вот штуку. Это домашний восковой депилятор. Вы растапливаете там воск, наносите на нужные части тела и делаете себе депиляцию. Конечно, я и не пользовалась, потому что я боюсь, что будет очень-очень больно. Но мексиканцы покупают, поэтому вы можете тоже приобрести. Но, как вы видите, это все бесценное. В Мексике это очень часто. На прилавках нету цены. Девочки, ну что же мы все о себе? Не забываем о наших мужчинах. Для мужчин в мексиканском магазине есть тоже косметика. Вот такая вот краска для бороды, для волос. Также есть масочки для лица, всевозможные ампулы по уходу за волосами, за лицом. Все для того, чтобы мужчины были красивыми. Помимо пен для бритья и бритвы, есть еще и вот такие вот интересные штучки для мужчин. Так как в Мексике очень дорогая медицина, так же, как и в Америке, здесь за полостью рта следят очень хорошо, так как дантист – это тоже дорогое удовольствие. Поэтому в мексиканских магазинах большой выбор всевозможных приспособлений для чистки зубов. Зубные нити, щетки, специальные щеточки для брекетов, также электрические щетки, щетки экологические, чтобы можно было утилизировать без вреда экологии и тому подобное. Поэтому здесь вы найдете все что угодно и в какие хотите зубные щетки. We'll be right back.
А вот про эту линию косметики я могу вам сказать одно, что очень много рекламируют ее в ТикТоке. Я ее также попробовала, но пока только скраб. Ну, обычный сахарный скраб для тела, ничего особенного. Думала, результат будет вау. И шампуни, и кондиционер той же самой фирмы. На шампунь и кондиционер скоро сделаю обзор. И самый интересующий вопрос, продается ли фены и бойки Dyson. Конечно, они продаются в специализированных магазинах. В обычных супермаркетах вы найдете обычные бойки и фены, так как дорогой продукт не всегда представлен в магазинах. Мексиканцы любят все-таки практичность и девишизну. Много денег они не согласны тратить на бесполезную укладку. И на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем спасибо, всем пока-пока, подписывайтесь.